Всем привет! А перед просмотром я хотел бы вас попросить поставить большой палец вверх и прокомментировать видео. Чем больше лайков мы наберем, тем быстрее выйдет новая серия и тем будет лучше. Ребята, вы себе даже не можете представить, как один лайк или положительный комментарий может повлиять на меня, дав мне больше силы, больше энергии, улучшенное настроение для того, чтобы записать новое видео как можно быстрее, записать его для вас, выложить его как можно быстрее, потому что я для вас стараюсь. И за это, ребята, надеюсь, что вы также будете мне выделять помощь, тем самым ставить лайки, комментировать, делать меня более энергичным, радовать меня, давать мне настроение. И я буду больше стараться для вас, потому что я буду знать, что вам это нравится, вы хотите больше серий, и вы хотите продолжения, ребята. Я надеюсь на вашу поддержку, и всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисан. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, мы сейчас пойдем дальше прокачивать нашу команду. Точнее, не вот эту команду, а уже новую. И, ребята, сегодня 31 декабря. Всех, ребята, поздравляю, можно сказать, уже с Новым годом, так как сегодня уже ночью Новый год, можно и так будет сказать. Ребят, всех поздравляю, действительно, то есть желаю всем счастья, удачи. 2015 год, не знаю, январь хотя бы обещает быть нормальным, то есть, если все-таки там что-то надумают, то может даже в январе GTA выйдет 27 числа, если они там что-то опять не перенесут и все такое. Поэтому, ребята, фиг его знает. Действительно, желаю, ребята, всем удачи, всем счастья. Спасибо всем за то, что кто меня смотрит, кто активно принимает участие в обсуждении нового видео, кто ставит регулярно лайки, кто хоть и оставляет критику, но критику по делу, то есть, когда нужно что-то сказать, что ты не так что-то сделал, то, в принципе, я за это даже не буду обижаться, наоборот, скажу спасибо, потому что критика, в принципе, помогает исправить ошибки. И, ребята, благодарен за то, что вы помогаете мне, за то, что оставляете комментарии, за то, что ставите лайки, и, в принципе, за то, что ждете нового видео. Я, ребята, действительно каждому благодарен, кто участвует в регулярных обсуждениях нового видео. И, ребята, самое главное то, что это вроде, если я помню, это вроде 142 серия. То есть, ребят, добро пожаловать в 142 серию, что-то я опять запутался. Поэтому, ребята, если считать с этой серии, нам осталось 8 серий. То есть, ну да, 8 серий до конца сезона, потому что я постараюсь как можно быстрее это все прокачать. Поэтому, ребята, если так считать, 8 серий это 8 дней. Если одна серия в день будет выходить, то это 8 дней. Если 8 дней, ребята, то, в принципе, мы закончим этот сезон где-то 7-8 января. Но, ребята, сейчас я предоставляю вам выбор, когда закончить сезон. Смотрите, если на этой серии набирается 300 лайков, новая серия, еще одна серия выходит сегодня. То есть уже получается, что мы не закончим 7 января сезон, а уже получается, что закончим 6 января сезон. Если завтра выйдет еще серия, на ней наберется 300 лайков в протяжении дня, ну до какого-то там промежутка, там до 7-8 часов вечера по Москве, то я выложу еще одну серию. И тогда получается, что мы закончим сезон уже не 6 января, а закончим 5 января. И так даже, ребята, мы можем сезон завтра закончить. Знаете как? Я выкладываю одну серию, за час набирается 300 лайков. Я выкладываю еще одну серию, за час набирается 300 лайков. Я выкладываю еще одну серию, за час набирается 300 лайков. Если вы, конечно, захотите завтра закончить сезон. И, в принципе, за один день мы можем закончить сезон. И 1 января на новый, то есть уже с нового года начать новый сезон. И, ребята, завтра же его закончить, ну, вот этот сезон, и 1 января начать новый сезон. Но, ребята, это тоже зависит от вас. То есть я вам предоставляю такую возможность, что если на одной серии набирается 300 лайков, то новая серия выходит сразу же. Сразу же в тот же момент, ребята. Если, например, 299 лайков там в 3 часа дня, да, то если 300 лайков в 3 часа дня и 1 минуту, то в 3 часа дня и 2 минуты выходит новая серия. Но, ребята, это зависит от вас, я вам предоставил возможность, выбор. Если вы хотите, то, в принципе, можем так даже сделать. Ну, ладно, ребята, нам осталось 1, 2, 3, 4, нам осталось 5 команд прокачать. 5 команд за 8 серий. Ну, не знаю, ребята, нужно справиться. Даже, наверное, быстрее закончим, но фиг его знает. Давайте тогда, ребята, быстренько
Да, в принципе, вот нормальная команда у нас сейчас. Скорупи, Poison Bug. Я надеюсь, себе можно X-Scissor изучить. Потом... Клинк, Стил. О, Стил! Почему я раньше тебя не взял? Ты же офигенно урон наносишь, вроде Блисси. Потом ты, чувачина. Да чё ты не можешь нажаться? Ты еще вроде Шайни, да? Как я понял, да, ты Шайни. Потом Поригон. Поригона нужно, ребята, в принципе, сейчас даже эволюционировать. Мне так кажется, он 35 уровень, поэтому нормал. Потом Роджинролла. Камень, тоже офигенно. И Старью. Ну что, ребята, так, давайте, может, сразу же эволюционируем Поригона. Ребята, он эволюционирует в две эволюции, но его нужно эволюционировать с помощью двух шапок. Но этих шапок у меня, к сожалению, нету. Но сейчас я говорю, ребята, чтобы просто-напросто быстрее закончить сезон, давайте-ка мы... Давайте тупо, знаете что, купим эти шапки. Купим и тупо, можно сказать, выкинем. То есть, 1, 2, 3, 4, 5 одна шапка, 1, 2, 3, 4, 5 другая шапка. Смотрите, ребята, какие там шапки нужны, чтобы... Эволюционировать его в Поригон 2. Ему вроде нужна, так, где она, сейчас ее найду. Ему желтенькая хренотень нужна. Вот она, апгрейд ему нужна. Выкидываем, а потом, чтобы в Поригон Z ему эволюционировать, ему вот это нужно. Розовенькая, тоже выкидываем. Так, он у нас, отлично. Так, это тогда сюда, это сюда. Берем трейд машин. Не трейд, какой нафиг трейд машин, с кем я тут буду обмениваться. А вот это обычного Поригона удаляем. Удаляем эту шапку, то есть мы отдали. Вот так. И спавним. Поке спавн. Поригон. Поригон 2. Нет, нужно убежать. Я не могу убежать? А, могу. Да зачем я его ловлю, если я... Ну хотя ладно, так уж и быть. Пускай будет. Я мог, в принципе, сразу Поригон Z заспавнить. Ну ладно. Вот такие постепенные эволюции. Вот он, ребята, Поригон 2. Уточка такая. Так, отлично. Сейчас дальше, ребята. Удаляем вот этого. Удаляем вот это, да. И Поригон Z. Уточка. Так, отлично. Это уже можно сюда. Это можно удалить. Это сюда. И выключаем. Замечательно. Перед тем, как пойти на остров, хотя у нас есть Earthquake, но давайте еще, знаете что, купим X-Scissor, может там еще есть где-то пару штук. Хотя я не знаю, может у нас есть в сундуках, ну ладно, то есть давайте купим еще две штучки, пускай будет. По сути дела, ну, ребята, Поригон у нас же был 35 уровне, сейчас он... ребята, это я случайно, не смотрите. Я не то хотел нажать, а вот это. Тогда две Раркенди мы удаляем. То есть он был 30, каким там 35-м, а сейчас 37-й. Ну пускай. Вот что я хотел посмотреть, ребята. Где лучше дождь? Ну тут, знаете, прям так темно, как будто такой-то хоррор. Такой, нифига себе. Реально, тут так как-то... Смотрите, с нашими шейдерами, то есть тоже видно, что туман, все так темно. Смотрите с этими. Чокопик, это вообще реально такой как хоррор и, ну, в принципе, очень темно. А с этими вроде охренели. А, не, с этими хреново. С этими хреново, это сразу. А с этими? Это... Когда светится, прям офигеть. Так, вот так. Что нам нужно? X-Scissor. Давайте, ну давайте пускай там две штуки купим, да, и все, отлично. Да, в принципе, ну давайте еще так, еще две купим. Да, тут уже, знаете, ребята, давайте пока у нас идет дождь, давайте купим, я надеюсь, о, да нифига себе, у нас тут еще два стака есть, я говорю, я надеюсь, у нас есть. Так, еще полтора стака тогда получится. Так, это нужно хотя бы, ну фиги, что тут, давайте, знаете что? Давайте быстренько сбегаем в нашу плавильню, сделаем еще себе кучу раркенди. Потому что, чтобы у нас они были, чтобы, в принципе, нам хватило. 1, 2, 3, это можно уже, в принципе, обратно ставить. Мы уже сделали себе машину, ну, точнее, Мьюту, да? Так, это тогда... Я не знаю, кого первого. Я надеюсь, чувак, пожалуйста, удиви, точнее, обрадуй нас, пожалуйста. Замечательно. Я надеялся, что можно. Так. Где наш хавчик? Вот так.
Давайте покушаем. Быстренько. Бам-бам-бам-бам. И, в принципе, давайте быстренько тоже себе сделаем, ну, сколько там у нас получится вот этих золотых яблок, чтобы сделать себе... Чтобы сделать себе... Раркенди, да. Так, это сюда. Это сюда. Вот так. И еще один стак можно купить. Нужно инвентарь себе очистить, потому что это капут просто. С таким инвентарем бегать. Я не знаю, что тут вообще можно выложить. Что там еще посмотрим. Давайте сначала вот так. И вот так. Отлично. Дальше. Дальше, 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 дальше. Еще себе золото купим. Сколько тут у нас еще? Вот так. Так, и еще там... А, да тут еще пару стаков хватит. Еще вот так. И еще вот так. Еще 50 алмазов у нас осталось. Нормально. Так. Я что, не сделал себе алмазные вот эти? А, сделал 46 штук. Я что-то... Не алмазные, а золотые. Какие нахрен алмазные? Алмазные яблоки. Так, отлично. Еще вот сюда. И еще вот сюда. И еще вот сюда. Еще вот так. Замечательно. Тут у нас еще... Да, еще есть. Фу, давайте, ребята, еще. Сколько там у нас? Еще парочку яблок у нас есть. Ух, ребята, сейчас мы себе нахреначим. А, вот этого. Сейчас мы себе нахреначим золотых яблок и вообще, в общем, раркенди. Так, это сюда. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И все. Отлично. Ху. Дальше. Это сюда. Это сюда. Ой, какая нафиг. Это сюда. Это сюда. И вот так. И, в принципе, у нас есть еще золотые яблоки. И, в принципе, что нам сейчас остается, это тупо собрать тростник. Потому что тростник... Я что-то выкинул случайно или переключился. Фиг его знает. И нужно бы действительно типа спать, потому что этот дождь тупо бесит. Сейчас он вообще как-то не вовремя. И там, в принципе, уже можно собрать. Но давайте сначала поспим. Не хочу. Не хочу, чтобы дождь нам мешал. И в этой серии, ребята, мы, конечно же, вряд ли докачаем эту команду. То есть... вряд ли. Может, мы еще успеем хотя бы на остров пройти, прокачать там парочку уровней. Ну, хотя бы уровней так 20-30. Но вряд ли мы, если честно, успеем прокачать вообще эту команду до конца. Это 100%, что вряд ли. Так. Тут уже, конечно, не все, ну да ладно. Так, отлично. Отлично, еще вот это. И еще вот тут. Не все, конечно, выросло, ну да пофиг. Собрать можно. Все собрал? 53 штуки. Да, вроде все. Так, замечательно. Фу, ребята, что-то мы себе нормально так раркенди, если честно, сделали. То есть, два стака. Перед тем, как, ребята, пойти на остров, давайте я немного себе почищу инвентарь, потому что это вообще... Сюда мы что-то можем, эксизур. О, вот сюда мы можем. Это. И еще вот это. И сюда вот это. И, в принципе, вот это. Нифига себе, сколько... Да у нас там ведра были. Давайте выкинем эти штуки. Тупо, тупо просто выкинем. Да и все. И пойдемте, ребята, на остров. Может, если честно, мы еще что-то успеем сделать. Это давайте, да, в принципе, больше ничего тут выкидывать не надо, но... Давайте еще покушаем. У нас 115 уровень. Не охренеть. Так, первым попробуем скорупи прокачать. А, точно, ребят, нам еще Реджин Роллу потом нужно будет гигалита эволюционировать, поэтому я и забыл. Но это, в принципе, потом, да, то есть еще нужно одну. Да ты издеваешься, твою ж фуражку. Иди сюда, все, мы настроены, давай, залазь сюда, тут что-то он выкидывается. Так, быстренько, прилагало немного. Точно, 5 алмазов я и забыл, хорошо, что алмазики, в принципе, остались. Это сюда. Упало, а тут что-то ты... Так. Ух, ну давай, ты первый, который испытаешь скорупи. Ну, в принципе, не очень так охренеть, как сильно, но все же, смотри, даже на этом крабе пару уровней дало. Ну, в принципе, понятно, что немного, но все же. Так, вылечим.
Фух, скорупи. Ну чё, дайте нам... О, 30-й Блисси, прям охренеть, как она заспавнилась нормально. Ну? Ну, в принципе, да, такой, знаете, среднячок, то есть нормальный урон. Мы его сможем убить. Смотри, 24-й скорупи. Сколько... Предположение, ребят, какой он сейчас будет? Мне кажется, где-то 31-м. Лично мне так. Или 29-й. 29-й или 31-й. Сейчас, ребят, посмотрим. Какие ваши догадки? Я лично так. 29-й или 31-й. Сейчас посмотрим. Да тут уже пофиг, что изучать. Я уже говорил по этому. 27-й. Ну, практически угадал, да? Так, 35-я Блисси. Ты как раз нам и нужна. Так. Фу. Не, ну то, что ребята в этой серии вряд ли мы, конечно, вот, докачаем эту команду. Если бы это еще не хилилось, зараза, было бы вообще. Мы, конечно, вряд ли успеем докачать, но все же парочку уровней мы сможем прокачать. Хотя как парочку, смотрите, сколько мы уже прокачали. Ой, что там. Вот так. Камуфля, это все тут, ребята, не очень нам, в принципе, нужно. Так, Блисси. Вы две чукчи в бою, как я понял. Ух, 57-я Блисси. Вот. Слушай, иди сюда. Вот, отлично. Фу, ребята, 12 часов ночи, у меня только сейчас живот начинает бурчать. Жрать охота. Это всегда так, то есть. Днем не так хочется жрать за целый день, можно сказать. Ну, прям с утра до вечера, как ночью. Ночью вообще прям жорик такой нападает, что с ума сойти. Не знаю, ребята, это у меня одного такое. Что ночью так жрать хочется, что прям с ума сойти. О, Краби, ты, в принципе, тоже нормально. Можно тебя убить. Так, покехил. Фу, давайте. Блисси, 33-я. Так. Скорупи, если честно, в этой серии Скорупи мы еще, может, прокачаем к 60-му. То есть, возможно. Возможно, мы его прокачаем к 60-му, но всю команду вряд ли. Конечно, у нас там есть два стака раркенди, которые мы тупо-напросто можем запихать в покемонов, и они сразу же прям сейчас станут 60-ми. Конечно, прям сейчас даже, может, двух стаков не хватит. Там нужно прокачивать как минимум 40-го уровня, и то два стака нужно потратить, а у нас еще нету 40-го уровня. Поэтому, в принципе, и так нужно прокачивать. 5 команд осталось, ребята. 5 команд. И то, что пятая команда, там только 2 покемона будут. Или 3. Вроде 2 даже. Ну, точно я не помню, но что-то такое. Поэтому, ребята, в принципе, легендарных, когда мы будем прокачивать легендарных, я тут поменяю спам в Блисси. То есть они уже не будут спамниться 50, 57 и 30 уровни. Они уже будут спамниться сотыми уровнями. И поэтому мы их, в принципе, уже сможем... и убить. Я надеюсь, мы тебя еще сможем убить, Багбайт. Если ты нас, конечно, не захреначишь, лучше бы я молчал твою. Псайбим. Ну давай, давай, Полигон, удиви нас. Отлично, 11 кусков опыта. Давай. Чарджбим. Давай, Баблбим. О, отлично, Рэджинролл эволюционирует. Вот сейчас она, в принципе, булдором станет, да? А потом, следующая эволюция, она вроде через трейд. Поэтому потом еще нужно будет ее эволюционировать через трейд. А больше у нас эволюции, если честно, даже и нету. Кто там у нас еще есть? Ну, Скорупи, да? О, нифига себе, он такой прикольный. Фиолетовенький такой, Power Gem. Вот это давайте. Иди ты нафиг, Киндлер. Я понимаю, но... Киндлер, я сказал, иди нафиг. Киндлер, иди нафиг. Киндлер! Наконец-то. Так, Скорупи. Опа. Давай, поднажми, чтобы к концу серии ты уже был прокачанный. А ты на каком вообще эволюционируешь? На 40-м уровне? Мне так кажется. Так, это не нужно там. Нам тут темные атаки против Блисси. Так, давай. Быстренько. Что, 22 уровня тебе нужно успеть прокачать? Что... В принципе. Ну, сейчас посмотрим. Не будем загадывать, прокачаем, не прокачаем. Сейчас посмотрим. Отлично. Опа, ну вот, да, Скорупи эволюционирует. Замечательно. И все, это вроде последняя эволюция. Больше эволюции в этой команде не будет. Ну, кроме Болдора. То, что через трейд-машину. А больше вроде не будет.
Старью в Старми, с водным камнем, точно, еще ее нужно будет прокачать. Полигон у нас уже прокачанный. Я надеюсь, у нас есть водный камень. Если нет, это хреново. Фиг его знает, ребята. Так, ладно, Скорупи, давай. Жми, жми, машина. Тебе еще ровно 20 уровней. Надеюсь, ты сейчас прям... Киллер, тебе там жопища твоя насолили, я так понял, потому что крутишься, ты там вертишься, но иди нафиг. Мы лучше за то время, пока тебя убивать будем, лучше блиц убьем. Вот, я сказал. Еще одна блиц на нас нападает. 40 уровень. Ну, отлично. Еще одна? Отлично, сама. Сама нападает. Пофиг. Так, давайте дальше. 45-й. Ух, с этой Блисси, походу, куча опыта сейчас навалится. Ну, где-то кусков 13, мне так кажется, если мы ее еще убьем, а? Вот. Да, 13, прям угадал. Ну, там, в принципе... Оу. Оу. Атака, атака. Я что-то даже боюсь это нажимать, если честно. Чтобы не выкинуло. Хрен, хрень какая-то. Так, ладно. Вижу, вижу, Блисси, ты там тоже крутишься. Я надеюсь, этим мы тебя сможем убить. Да, сможем. Ух, если ты нас сейчас не завалишь. Отлично. Так. Ну что, ребята, Драпион. Драпион уже 48-й. 49-й, точнее. Я ошибся, то есть никакой 48-й, 49-й, ребят, я ошибся. Извиняюсь за ошибку. 49-й. А может, я опять ошибся? Может, он 50-й, как думаете? Что-то я, если честно, не очень догоняю. Он может... Он 50-й, ребята, извиняюсь еще раз за ошибку. То есть, я думал, он 49-й, он оказался 50-й. Хотя, я, может, опять ошибся. Может, он не 50-й, может, он 51-й. 52-й, ребята, я вообще ошибся. Ну, какой 50-й? Я хотя бы когда-то скажу такой, как он. Ну, вот сейчас, ребята, он 52-й. То есть, сейчас я не ошибся. Сейчас он 52-й. Вот, видите, не ошибся. Так, ну что там, 31-я Блисси, 53-й, опа, иди сюда, да твою ж мать, а, ну как меня эта хрень бесит, главное, чтобы не залагала команда, если она залагает, это хреново, нужно перезаходить, пожалуйста, 11, 10, Да иди ты, кто-то такие толстые, хрен попадешь. 9, да, не залагало, отлично. Так, вот так. Что-то я боюсь вот эти атаки изучать. Ну фиг его знает, вдруг что-то и залагало, или сейчас багнется и выкинет. Так, это вот сюда вылечим. Опа. Так, отлично. Драпион 55-й сейчас должен быть. И мы его докачиваем. Так, отлично. Сама напала. 55-й, 56-й, в принципе. Отлично. Ух, чё-то вы прям лезете, да лезете. Давай. Давай. Быстренько докачаем. Чё-то меня Жорик уже прям напал, охренеть. Как тут баламучит у меня в животе. Опа. Красненькая. 77-й. Я надеюсь, мы тебя сможем убить. Водный камень. Прикол, если сейчас водный камень выпадет. 21 кусок опыта. Охренеть, все что угодно выпало, но водного камня нет. Клинк! Про кого я забыл, что у него есть эволюция. Ну давай ты там пока прокачивайся. Точно, клинк. А я что-то и забыл. Клинк. Сейчас, ребята, секунду. Че он там? Уже эволюционировал кланг. У него походу только одна, то есть вот это одна эволюция, да? Сейчас, ребята, я посмотрю. Просто я не в курсе. Но я думаю, что у него только одна эволюция. Может, я ошибаюсь, но вроде только одна кланг. Хрен его знает. А хотя вроде нет. Ребят, я не в курсе, я просто сейчас тут смотрю, так, сейчас посмотрю, какая у него там, кто он вообще. Ну, походу, кланг, у него есть еще одна эволюция. Вокруг такая хрень летает, только я не представляю, как он эволюционирует. Ребят, я извиняюсь, сейчас просто посмотрю,
Клингланг. Клингланг. Но я не знаю, есть ли она вообще тут. Покеспаун. Спаун. Клин. Клингланг. Клингланг. А вот как он прокачивается? Ребята, я не знаю. Как он прокачивается? То ли с опытом? Ну, короче, знаете что, ребят, и в этой команде мы и так его не прокачаем, в этой серии мы и так его не прокачаем, поэтому, ребят, напишите в комментариях, как он прокачивается. Ну, давайте, то есть, мы его сейчас будем прокачивать к 60-му, и потом мы посмотрим, как он эволюционирует. Если он не прокачается где-то к 55-му уровню, тогда он или через трейд, или с помощью какого-то еще чего-то. Потому что в этой серии мы его и так не прокачаем. О, залазь обратно. Вот видите, смотрите, вот, что это за атака? Атака, автомайс, какое-то название вот этого хрени. Ну, файла. Фиг его знает. Ну, в смысле файла, где записано, ну, где вот эта атака или что-то такое. Так, вот. Ну что, ребята, Драпион уже 60 уровень, потом я дальше не знаю даже кого прокачивать. Булдор. Булдор. Вот так. Фу. Я забыл, если честно, вообще про Клинка, что у него есть даже та атака. Не Пуригон. А Пуригон уже 46-й, ни хрена себе. Опа, отлично. Булдор. Ну давайте, ребята, ребята, еще Булдору закачаем. 45-й. И можно на этом топать, мне так кажется. Точнее, заканчивая эту серию. То есть 45-й, он уже 41-й. Он был 39-м, уже 41-й. Давайте еще вот это снимем. Это снимем. И вот это поставим. Так еще, наверное, больше. Хотя нет, не больше, но... Ладно, итак. Уже 42-й. Сейчас он, в принципе, должен быть 44-й, мне так кажется. Сейчас посмотрим. 17 тысяч опыта. 45-й уже. Я такой, 45-й уже. Не, ну 46-й даже. Или 47-й. 47-й, охренеть, вот тут кач. Ладно, ребята, давайте на этом заканчивать. Ой, вот так. Драпион 60-й, Кланг 42-й, Ратикейт 40-й, Пуригон 48-й, Булдор 47-й и Старью 38-я. Что-то она как-то медленнее всех прокачивается. В следующей серии мы прокачаем Кланга, мы прокачаем Булдора и прокачаем Старью. Давайте, ребят, на этом заканчивать. Не забываем, если мы на этой серии наберем 300 лайков, то новая серия выйдет в тот же момент, когда 300-й лайк, во. Типа, когда будет ровно 300 лайков, через сразу, ну, в принципе, не через, а даже сразу выйдет новая серия, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Еще раз, ребята, всех с наступающим. Точнее, не с наступающим, а уже с Новым годом. Всем пока.